Раз, два, раз, два, три. Всем привет, это Сергей Трофимов. Живой концерт Live Авторадио. Подписывайтесь на канал Авторадио в YouTube. Зарумянился рассвет за окошком, и будильник залился соловьем. Я себя осознаю понемножку мужем, зятем, гражданином, отцом. А жена уже на кухне хлопочет, варит кофе и кромсает бекон. Видно, денег попросить снова хочет, ну а я иду курить на балкон. Ветерок нынче вроде бы попутный, в небе солнце появится вот-вот. С добрым утром, мужики, с добрым утром, пусть сегодня нам чуть-чуть повезет. Во дворе уже народ колготится, выгоняет из ракушек авто. Кто-то в красную Феррари садится, кто-то в Таврию ползает бочком. А по радио прогноз сообщаю, обещают ураган и чуму. Для чего нас так усердно пугают, я никак чего-то в полк не возьму. Ветерок нынче вроде бы попутный, в небе солнце появится вот-вот. С добрым утром, мужики, с добрым утром, пусть сегодня нам чуть-чуть повезет. Кто-то будет в этот день в шоколаде, кто-то свалится на дно кошелька, кто-то просто отдохнет в ограде. Это будет впереди, а пока... А пока я, наверное, для миллионов россиян буду выглядеть полным идиотом. Но тем не менее, хочется сказать, что ветерок нынче, несмотря ни на что, все-таки, ну, ста-то еще нету, понимаешь? Когда было бы за 100, тогда бы уже другой... Все-таки попутный... В небе солнце появится вот-вот. С добрым утром, мужики, с добрым утром. Пусть сегодня нам чуть-чуть повезет. All together now! Ветерок нынче вроде бы попутный. В небе солнце появится вот-вот. С добрым утром, мужики, с добрым утром. Пусть сегодня нам чуть-чуть повезет. Пусть сегодня нам чуть-чуть повезет.